Мы верим в нашего потребителя, они вернут нам деньги. Ну что ж, спасибо, Олег. Работать на себя многие об этом только мечтают, а некоторые берут и делают. Женщина в бизнесе. Явление хоть и не редкое, но по-прежнему вызывающее массу досужих разговоров. Занять свою нишу и прочные позиции удается далеко не всем. Свою звезду Екатерина Кузнецова искала долго. Работала в архитектурной компании помощником менеджера и ни о чем другом не помышляла. По роду своей деятельности ей часто приходилось подбирать подарки друзьям, знакомым и коллегам босса. Получалось превосходно, и как-то раз Катерина услышала то, к чему серьезно не отнеслась. Руководитель предложил ей задуматься об открытии своего бизнеса, выпустить серию подарков, объединенных одной идеей. Прошло еще 2 года, а в жизни Катерины ничего не менялось, пока однажды она не увидела горестную реакцию архитектора, одаренного десятком ремней, портсигаров и ручек. И настолько неприятно... И там был единственный подарок, который действительно был очень интересный, очень вкусный. Это был большой кристалл Сваровски. Это был действительно душевный подарок. В этот момент было решено, что да, наверное, есть поле деятельности. Наверное, уже получая каждый раз 10 ремней в подарок, людям это надоело. Недолго думая, собрала вещи и поехала колесить по европейским выставкам декоративно-прикладного искусства. Именно там сформулировала свою философию. Вещи могут быть живыми и мертвыми. Из десятка одинаковых статуэток только одна ваша. От обилия информации голова шла кругом. Ощущение говорит, будто перед ней океан, а она ступила только на первый камушек. Страшно, ужасно интересно, потому что это настолько эмоциональный, красивый мир. Там столько... эмоций, чувств, любви, там, ревности, всего чего угодно, ума. Это все сконцентрировано в декоративно-прикладном искусстве. В итоге остановилась на 2 направлениях – подарочном сервисе и декорировании помещений. Обставляла дома подруг и знакомых подруг. И тут они меня запускали в свои эти квартиры и дома. Я говорю, Кать, что-то надо жизнь вдохнуть. Вот, и мы подбирали посуду, там, вазы, аксессуары всякие. То есть привносили туда вот этими мелкими предметами жизнь. В работе с подарками тоже надо было искать свой стиль. Огромное значение Екатерина придает оформлению. Поразмыслив, поняла, что бант, многослойный, из разных лент, может создать настроение праздника. Яркого, трогательного, какого угодно. Можно идти без цветов. Вот, оно уже существует все. Этот подарок, который нам срезается и куда-нибудь крепится. Это и букет, это и кибана, который живет потом, да. Еще один элемент декора – сургучную печать – молодая бизнес-вумен увидела впервые в одном из французских архитектурных журналов. И когда-то я привезла сургуч и эту идею в Москву. Ну, сейчас все, кому не лень, этим занимаются. Была у Катерины мысль арендовать небольшой магазин в центре Москвы. Но, тщательно все просчитав, ужаснулась. Наценка на товар составит тогда 600%. Это нереально. Никто не заплатит мне за эти вещи столько денег. Они столько не стоят. В итоге пошла другим путем. Я выбрала работу, индивидуальную работу с заказчиками. С заказчиками частными, с заказчиками корпоративными. За несколько лет было все – и взлеты, и падения, и даже уход из бизнеса, и возвращение к прежней секретарской работе. Но именно сейчас, в непростые кризисные времена, Екатерина вновь занялась любимым делом. Я получила такой стимул к работе. Я поняла, что я не могу работать на кого-то, я должна работать на себя, я буду зарабатывать свои деньги тем, что мне нравится. Когда ко мне там мои или подруги, или знакомые говорят, вот у тебя свой бизнес, но это, наверное, так классно, я им говорила, девчонки, это вам только кажется. Нет, классно, конечно, но это большие обязанности. И чтобы там... Открыв сейф, я что-то увидела. Для этого я должна сделать так, чтобы все, кто со мной работал, были счастливы.